Всем привет! Меня зовут Иван, и сегодня я вам хочу рассказать, как за одну минуту сверстать основной макет сайта. Откройте вашу среду разработки, в моем случае это Bracket. Затем после этого в файле style.css мы PageWrapper прописываем такие значения. DisplayGrid. А затем после этого мы хедеру, контенту, сайдбарам и футеру прописываем значение GridArea и даем им свое уникальное название. Я прям так и пропишу хедеру хедер, контенту контент и так далее. Затем после этого PageWrapper прописываем значение GridTemplateColumns, пишем значение именно колонки 15%, 1fr означает оставшееся место все, и опять 15%. 15% это для сайдбаров. GridTemplateRows это значение, которое указывает высоту наших элементов автоматически хедеру и футеру, а остальным элементам оставшиеся значения. Минимальная высота нашего PageWrapper будет 100 VH, что означает какой-то размер от высоты страницы. Затем прописываем GridTemplateAreas, пишем несколько раз header, 3 раза, sidebar 1, затем content и sidebar 2. Это все означает расположение наших элементов. И затем после этого пишем все оставшееся футеру. Сохраняем. Давайте посмотрим на результат. Как видите, наша верстка закончена. Если тебе понравилось это видео, то не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Всем пока-пока!